Хей-хей, здравствуйте. Швеция, север Швеции. Сегодня у нас, по-моему, пятница, 10 мая, да. Я уже 3 дня пошел в школу. Этот работник, который Кристина, что меня встречала, пришли. Говорит, давай тогда в школу. Договорились, я зашел к ней на офис. Здесь есть девочка по-русски разговаривает, преподаватель. Вот, провела нам экскурсию, рассказала, потому что еще одна девочка тоже впервые была. Вот, и сказала, вот пошли мы, показали спортзал. Я такой, ну и говорит, что можно ходить в спортзал, если там надо... После 3 там вечером зайти, то надо тогда ключ брать отдельно. И говорит 500 крон задатка. Ветер плохо будет слышно, наверное. Так вот, вход в школу здесь. А я курилка туда дальше, потому что на территории школы, ну, как бы вот туда хожу, на перекур туда. Здесь женщины приезжают местные, ставят велосипеды. На 2-м этаже что-то делают, не знаю, вот. Просто искал класс, я уже 3 дня учусь, и научился. И вот проходил класс, искал, то они что-то сидят, какие-то нитки что-то делают. И вот туда, сейчас мы в спортзал. Так, я уже, вот, вход и возле спортзала. Здесь общежитие. Значит, сказал, за ключ 500 крон. Возвращаешь ключик, тебе назад возвращают 500 крон. А спортзала, если вечером. Я вот сразу на 2-й день взял деньги. С деньгами прихожу. Так, хорошо. С деньгами прихожу. Раз эту поймал, что девочка, что по-русски говорит, говорю, давай. Вот, 500 крон, она раз поговорила, возвращает мне 500 крон, говорит, нет, не надо, но будут каникулы, и, пожалуйста, до 17-го, по-моему, сказала, надо отдать, следующего месяца. Вот, давайте посмотрим, как, ну, мне, в принципе, нормально. Здесь есть столовая у нас, можно дешевле, она говорила, сколько где-то крон, крон, по-моему, 60-70, вот так прозвучало. Вот есть так. Завтрак и обед. Вот здесь они. Так. А мы дальше идем. Вот получается такая. Эй! Получается, вот здесь столовка такая. Есть они. Вот я говорил, завтраки и обед. И вот за обед говорила Саша. Вот, значит, этот экран, ну, рабочий, я смотрел, рабочий. То вот, Саша сказала тогда, что вот обед здесь стоит 60-70, да, 65, что такое, крон, ну, говорит, дешевле. Так, есть вот бильярдный стол, я уже играл, так как у нас расписание там где-то час, вот обед как раз, народ часто, я, вот кий стоит. Я даже был, немножко поиграл. Давно уже не играл, но я эти не знаю цветные. Я белыми этими большими привык. Больше играл. У нас такой бильярд у меня был. Так, дартс. О, камин. Камин. А, кстати, вот. Ага. Ну вот. Так оно. Открыто посидеть. Алкоголь сказали нельзя. Ну, табак, естественно, тоже. Так, пойдемте дальше. Так, здесь, значит, как секонд, ну, то есть неплохой, как сказали, еще неплохое качество вещи. И можно брать, люди еще. Чтобы не выбрасывать, качество хорошее, как бы, говорит, ну, кому что надо. Ну, картина. Рюкзаки, кстати, да? Чё? Я тогда... Ну да.
книги. Книги в библиотеке тоже в школе сказали, можно брать и почитал и возвращать. Прикольная штука у меня есть. Так, обувь, курточки. Так, это что? Да, есть кожаные. Вот такие. Странно не вижу. Так, вот такая есть кожаная. Такая. На стройных. Жучок такой интересный. Прикольно. Так, это, скорее всего, шорты или штаны. Ну, короче, вот как-то так. Коньки, да, туалет этот. Так, давайте свет выключу, пойдем дальше. Спортзал и раздевалка. Давайте сразу раздевалки, это в спортзал, а мы... Так, раздевалочка. Свет, это вот. Свет. Ну, туалет. Так, питьевая вода. У них здесь вода, кстати, как, ну, с крана реально хорошая. Так, вот замочек. Есть у меня замочек. Все. Закрыть можно. Сушку. Стиралка. Есть стиралка или... Ага, человек проходил. Возможно, что такое. Так, есть эти... душ. Есть душ, вот стулья, столик. И, я так понимаю, это можно, возможно, в сауну. Давайте сауну, небольшая так. Вот она. Так, ну, включать здесь показали. Ага, ну, понятно, в принципе, температуру ниже, больше. Так, ага, ковшик есть. Поливать, если так, это сама включена. Ну, вот такая небольшая. Вот я сегодня в сауну хочу отдохнуть. Так, и пойдем тогда в спортзал. Зеркало есть. Такая света включу. Не надо. Сам спортзал. Ну, за бесплатно, я считаю, неплохо. Ага, свет сам где-то включается. Так, вот можно теннис. Ты думаешь, я хотел большой теннис, да? В том анекдоте. Гири. Мы предупредили, вот беговая дорожка, увы, что-то там, не знаю, вот вырванный. Я уже так смотрел, потому что вот, если сбросить вес, а желательно было бы по беговой дорожке, я помню, очень помогает. Так, гантельки, так аккуратненько, да, от 10 до 2, до 1 килограмма. Все идет. Так, вот такие... Так, можно здесь, здесь, такие, так, ага. Ну, слушайте, за бесплатно, нормально, как это рабочие говорили, потому что за дорожку, как бы, компенсация, что тот, ага, кто-то проходит, ну и, ага, можно коврики, если там, так понимаю, йогами заниматься. Так, клюшки. А там педальки нету. Ничего. Ну, такое барахло. Ну, в принципе, тю. Нормально. Бесплатно, да? Сейчас во сколько? 3:25 будет. В школе нормально, вот. В принципе, не знаю, 3 дня был,
пока норм. А там посмотрим. Ух, с легким паром попарился я. Так, открывать не буду, там температура, чтобы не было сюда. Ну вот, такая температура 90. Мне полностью меня удовлетворило. Так, все, отключаем. Раз, выключили. Все. Потому что я уже с душа вышел, бросил полотенце в сушилку. Полотенце, белье. Пускай. Это две сушилочки. Так, и пойду еще. Так, ага, у меня там кофе еще есть. Так, пойду еще на бильярд хочу, пускай сохнет. Волосы. Вот я был, как раз вышел. Ну, вы знаете, мне понравилось, в принципе. Мне понравилась сауна. Давненько я не был. Давненько. Очень даже подошла. Конечно, да, эти желательно эвкалипт, мяту. Это шампуни, всякие кондиционеры. Ну, то есть, что-то от рыбалки, я так понимаю, чтобы запаха не было. Не знаю. Вот, ну, нормально посидел и понравилось, понравилось. Сейчас бильярд. Отлично, вы знаете, ну, как бы, как по мне, вот. Вот такой плюс, конечно, это плюс, что спортзал, сауна, это, конечно, плюс. Так, ну что, на бильярд. Вот, а есть, вот как, что, куда. Вот оно, все показано и рассказано. Ну, понравилось, вы знаете, понравилось. Так, сколько... Вот время. Вышел с сауны, сейчас вот бильярд пойду, поиграю. Вот я себе компот, кофе. Уже даже поставил шары. И буду себя развлекать. Ага, музыку. А, я забрал. Музыку включил, у меня было. Ну, вы знаете, вот такое впечатление, ну, классно. Не знаю, мне понравилось. Мне понравилось. Как и сказал, и вот компания. Вот я начинаю вспоминать, что может присесть, но без. Так, ну здесь понятно, закрыто туда. Да, что-то ходит. Ну, закрыто вот. А здесь, получается, можно себе компанией посидеть, но сразу предупредили, что без алкоголя. Так, а здесь... Здесь уборка закрыта. Ну, в принципе, как по мне, бесплатно это, ну, отлично. Отлично, бильярд поиграть. Говорю, вот, посмотреть, ну, не хочу я себе свое включу. Так что с легким паром жизнь хороша, если жить не спеша.